О, мухоморы. Решили взять их. У нас мушка. Сейчас вино бродит. То, когда яблочный уксус сделала, заходите в плейлист. У нас очень хороший яблочный рецепт уксуса яблочного. А это попробуем. Сосед говорил, что запечь в духовке и положить на тарелочке. И мухи все сдыхают. Вот попробуем. Говорят, что они съедобные, если их отварить хорошо в двух водах. Не пробовала. Пробовала один раз, чуть-чуть на язык, так знаете, потом выплюнула. Язык как будто вот, когда делают обезболивающее, когда зуб там лечить. Вот точно так же язык задеревенел. Не знаю, кто пробовал. Говорят, нежнейшие. Нежнейшие. У нас иногда часто их встречаем, но не рискуем. Даже не знаю. Даже не знаю.